Привет всем-всем-всем! Сегодня будем готовить знаменитые китайские печенья с предсказаниями. Готовятся они очень быстро и просто. Для начала смешаем сухие ингредиенты. Нам понадобится столовая ложка муки, столовая ложка сахара и немного ванилина. Теперь я взяла одно яйцо, отделила желток от белка. Желток нам больше не понадобится, а вот белок как следует забьем. Аккуратно небольшими порциями вмешаем в него муку. Получившееся тесто аккуратно разложим на противне в виде печенья и запечем буквально 5 минут. Дальше действовать нужно очень быстро, пока они не застыли. Сворачиваем пополам и еще раз пополам, а внутрь по желанию можно засунуть какие-нибудь пожелания. Пожелания на бумаге лучше печатать принтером, а не писать чернилами, иначе они при нагревании все растают. Такие печенья придадут веселье вашему празднику. Застывая, они становятся более хрустящими.